Добрый вечер, девочки. Ну вот, просили меня про закваску рассказать. Закваска это Левита Мадра, и на этой закваске я сегодня буду готовить пасхальный кулич. Рецепт кулича я сейчас вам покажу. Вот, смотрите. А теперь сейчас расскажу, как я это все буду делать. Значит, для начала мне понадобится молоко, сахар, сливочное масло. Можно сразу добавить ваниль, цедру. Короче, все, что у вас из вкусностей есть, все можно добавить. И это дело нужно подогреть. Я сейчас покажу, как я это делаю. Девочки, показываю. Вот молоко у меня было замороженное. Здесь еще вода у меня идет. Сливочное масло, вот вы видите, оно сейчас все тут у меня растает. Вот. И цедра лимона, апельсина. Все, сейчас я это дело еще можно не выключать. Оно вообще еле теплое еще. Сейчас уменьшаю немножко огонь. Короче, вот это все дело мне нужно растворить. Сейчас возвращаемся обратно к тесту. Буду рассказывать, что я делаю. Сделаю меньше огонь. Вот, все, пусть оно потихонечку. Значит, смотрите, если у вас сухая цедра, как у меня, вот, то ее лучше обязательно положить во влажное что-то, чтобы она хорошо отдала все свои ароматы. Сейчас расскажу, что будет дальше, и в итоге потом покажу, как это все будет выглядеть. Пока у нас все это должно разойтись. Возвращаемся к закваске. Значит, после того, как разойдется молоко и все там составляющие, я это все выливаю сюда. Также я сюда добавлю яйца. Пропорции вы посмотрите, потому что я делаю на 2600 теста этого закваски, на 2600 закваски. Поэтому, как бы, я всего кладу больше. Значит, сюда же я отправлю яйца. И все это оставлю дело до утра. То есть все это разомну и оставлю кваситься до утра. Вот, значит, не в теплое место, при комнатной температуре, просто сверху накрою пленочкой, и все, так оно будет находиться, этот период времени, греть его ни в коем случае не нужно. Вот смотрите, как выглядит закваска, вот, смотрите, какая она, была сделана, по-моему, в субботу или в пятницу, я уже не помню. И сразу я делала большое количество. Вот. Ну, все. Пока больше ничего. Жду сейчас, когда разойдется жидкость. Добавлю сюда, и тогда еще будет продолжение. Девочки, вот как в итоге должно все выглядеть. Вот. Все размешанное. Вот в таком виде мы оставляем с вами это до утра. Все, всем хорошего. Присоединяйтесь к моей пасочке.